У нас уже, оказывается, и труба есть. Но это, конечно, заменитель трубы. Сейчас мы померяем, как нам устанавливать печку. Вместо трубы у нас ствол сухара вставлен в печке. Сейчас мы занимаемся установкой печки. Будем подгонять доски вокруг трубы, какие должны, а должны быть пошире, потолще, помощнее. Сейчас у нас происходит временная подгонка печки по месту. Видно, что вместо трубы у нас деревянный дрын, имитация трубы, где нам нужно будет вырезать проем для этой трубы. Здесь у нас уже потолочные доски пришиты, широкие и широкие сверху пришиты доски крыши, которые свисают и потом будут подравниваться определенной длины, срезаться. Вот это мы преждевременно сделали доски крыши, потому что сейчас будем вырезать проем. Пока светло, этим мы сейчас займемся. Сейчас будем убирать печку. Сейчас приступаем к выпиливанию отверстия для выхода трубы. Здесь у нас будет выступать труба. С этой стороны потолок постелен, и печку мы тоже наживили, установили так для видимости. Для печки готовим гнездо. Она у нас будет вставать вот на эту колодину деревянную, которая утоплена в землю. Печка ножками встает в эту колодину и засыпается землей до уровня тут сантиметров 10. Она будет стоять в земле. Ножки будут засыпаны, и гулять уже печка не будет, труба гулять не будет. Вот такой принцип у нас установки печки. Установили печку на утопленный чурбак в земле, и сейчас сантиметров 15-20 до уровня земли засыпаем землей, и еще выше уже там будет видно вплоть до самого дна печки. Сейчас мы прибили лист железа изнутри под трубу, сделали такую деревянную рамочку, и снаружи положим толстый слой с бугром минваты, вставим трубу в печку и еще одним железным листом сверху прикрутим крыше. А сейчас мы идем
за укрывным материалом. Им является баннер. И им будем укрывать уже крышу. Выглядит. Да, печка у нас, земля, которая у нас, верхний слой дерна, корней и всякой шелухи выбрасывалась, а нижний слой земли, печка обсыпается с горочкой и утрамбовывается. Ножки глубоко, там у нас чурбан утоплен внизу, засыпанный землей. Такая получается горочка.